Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1022. Нам нужно найти значение выражения. И пункт А. Минус 3,9 плюс 3,9 и плюс минус 9,1. Сначала выполним действие в скобках. Минус 3,9 плюс 3,9. Здесь у нас сложение чисел, противоположных чисел. Поэтому их сумма равняется нулю. То есть у нас получается в скобках 0. И к нулю нужно прибавить минус 9,1. И на странице 173 есть правило. Во-первых, про сумму противоположных чисел, которые мы этим правилом сейчас воспользовались, 0 получили. Ну, а во-вторых, правило, которое говорит о том, что от прибавления нуля у нас число не изменяется. Мы к числу минус 9,1 прибавляем 0. То есть число у нас не изменяется и остается минус 9,1. Пункт Б. 0 плюс 4,8 плюс минус 4,8. Тоже сначала выполняется действие в скобках. Здесь у нас сложение противоположных чисел 4,8 и минус 4,8. Сумма противоположных чисел 0. То есть в скобке мы получаем 0. В итоге мы получаем 0 плюс 0, а это 0. И выполнили задание 1022. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. И вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.